Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Assassin's Creed Unity, продолжаем проходить эту игру. И, ребята, я так подумал, что будет вот это прохождение, можно сказать, без веб-камеры, потому что это все-таки Assassin's Creed, и он так глючит, что просто у него есть такие проседания, и потом из-за них видео на веб-камере начинает отставать от самой игры, поэтому как бы не получается все в один момент. Что-то отстает, что-то и все такое, поэтому это нужно очень долго там... В принципе, вообще даже не нужно очень долго там обрабатывать, это не обрабатывается, потому что видео потом начинает отставать, это... Фигня, короче. Ну, это же Assassin's Creed, да, тут лаги есть, поэтому... Поэтому, ребята... Побежим, куда нам там нужно, вот. Какой-то портал, то есть нас уже ищут, да? Хотят вычислить, что-то такое. Сегодня было какое... Хотя сегодня, я не помню, когда было какое-то обновление в Assassin's Creed, я не знаю, что-то, может, убрали, может, что-то добавили, может, какие-то лаги убрали, фиг его знает. Вот, нам сейчас в какой-то портал нужно прыгнуть. Вот, прыгаем. Сейчас посмотрим, что это такое вообще, куда нам нужно идти. Просто действительно, ребята, из-за этих лагов очень много лагов, да, логично, из-за лагов. Но, это же, говорю, Assassin's тут вообще нифига не настроено, и очень маленький FPS, поэтому очень глючит. Но все же, ребята, без веб-камеры можно постараться еще быстрее пройти Assassin's Creed, чтобы не тянуть с этим, чтобы как можно быстрее уложиться в его прохождение, и... Сигнал стабилен, супер. Ты за пределами главной симуляции. Это на время запутает. Попробовать Абстерга. Пройти за часов 10 где-то, если получится. Может, если... поэтому люди здесь не совсем материальны. Ага. Если по... О, нифига себе. Париж, конец 19 века. Романтично. Ого. Но в другой раз. 1898. Сейчас тебе нужно найти портал. Так, портал. Сквозного прохода не видно. Найти вход в метро. Во, я там вижу его. Поэтому, ребята, если уложимся в 10 часов, это будет вообще офигенно, ребята. Пройти Assassin's Creed за 10 часов. Куда? А, о, вижу. Пойдите на станцию метро. Вижу, куда нам нужно. Вот. Быстренько бежим, не смотрим по сторонам, как можно быстрее пройти Assassin's Creed, чтобы не нервничать из-за лагов и вот всего такого. Дальше бежим. Потому что, ребята, я очень хочу поиграть в Far Cry 4, когда он выйдет, и не отвлекаться на Assassin's Creed. Куда нам идти? А, вот вижу. Метро, нифига себе. Так, сейчас нам куда? Ага, вижу. Быстренько. Сейчас. Там еще поезд, я слышу. Или он под нами? Ага, он под нами. Сейчас нам сюда. Да, отлично. Дальше бежим. Это какие-то, я не знаю, порталы. Вот это все уже напридумывали. Сейчас нам сюда. О, опять лагает. Так, дальше. Дальше. Быстренько, как можно быстрее. Ну, упали, да? Ух, нифига себе. Беги! Ай-яй-яй, за нами поезд, там офигеть. Так, ну что, давай дальше. Сюда нам? Да. Нифига себе, статуя свободы. Ну, в принципе, да, логично. То есть это же статуя свободы, которая в Америке, да? Ну, в принципе, так оно и должно быть. Статуя свободы же была подарком вот этой. Ух, нифига себе. Статуя свободы, она, как бы, вот эта статуя свободы была подарком Франции, Америке. Она была вот тут, как бы, во Франции, потом ее перевезли в Америку. Так, куда нам?
сюда, на эту фигню забираться. Придется я так думаю. На статую свободы. Она провалилась из другого периода. Французы уже должны были отправить ее в штаб. Ну вот, видите. Так. Нифига себе, это какие-то тут... не знаю, как это назвать. То есть, видите, они... Какие-то порталы и все такое добавили, нужно выбираться. Я попробую его придержать. До скорой встречи. Все, забрались. Нифига себе. Обучение. Дальше. Быстренько, быстренько, Assassin's Creed, давай быстренько. Так, сейчас нам куда? Сигнальный колокол. Мы выбрались, да? О, сейчас будет или не будет, что мы прошли. Связь есть. Не всем везет после первого прохода через мост. Порой посвященные застревают в системе, и приходится отправлять кого-нибудь на помощь. Наш человек в ловушке на сервере прекрасной эпохи. Если ты не слишком устал, вернись на серверный мост и спаси его. Ладно, посвященный, за работу. Это нам не нужно, картель-фильтр, это нам тоже не нужно. Так, что, ребята, давайте выдвигаемся к точке, куда нам на миссию нужно. Почти мы прибежали, нам нужно на другой берег, да, на другую сторону. Сейчас мы туда бежим. Нам туда внутрь, да, нужно. Остров Сен-Луи. Миссия! Так, не сюда. Эй, сюда! Не туда, а сюда. Чё ты меня там отвлекаешь? Так, опять загрузочка. Идем дальше. 50 метров нам нужно. Как дела? Может нам, ребята, что-то изучить? У нас там есть какие-то вот 6 штук, что мы можем изучить. Ближний бой, дальний бой, незаметность. Что мы тут можем изучить? Нет, это нам не нужно. Это нам тоже. Это я уже купил. Или нет? Вот сейчас купил. А, да, вот сейчас купил. Там же нарисовано, да, что... Да, что купил, что нет. Снаряжение. Оружие. Усиление. Ого! Ну, давай уже. Так, ладно, идем дальше, ребята, по сюжету. Это я не помню, какая это глава. Это вроде третья глава, приблизительно где-то третье воспоминание. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, ребята. Какое воспоминание, какая глава и сколько там еще глав у нас есть. Это я, если честно, даже не помню. В соборе Богоматери нашли тело. Кое-кто уже прозвал его грешником. Правосудие свершилось. Не совсем. Оказалось, у Севера в ту ночь был сообщник. Он и нанес удар. Это неприятное известие. Что ты узнал? Он был заодно с неким королем нищих. Королем нищих? Ты уверен? Вы знакомы? Слышал. Нищий платит ему дань. Но сам он призрак. Мы посылали за ним троих. Двое вернулись ни с чем. Третий просто исчез. Я справлюсь. Север знал его приспешника. Выясню правду ради памяти месье де Лассера. А может, и справишься. Сегодня ты доказал, что ты ассасин. Но у ассасина должно быть правильное оружие. Ух, это нам что-то... То есть скрытого клинка и дымовых шашек теперь уже недостаточно? Арбалет. Вроде. Призрачный клинок. Небольшое улучшение для привычного клинка ассасинов. На этом задании ага. Тебе не офигеть. Стоит близко подходить к врагам. Не стоит близко подходить врагам, итак, то есть арбалетом. Ассасин, совет просит тебя отправиться во Двор Чудес. Найди там тамплиера короля нищих. Выведай все и упокой его душу. Потопали. Только как пользоваться арбалетом, я, если честно, еще не очень понял. Нам сейчас А, во, призрачный клинок. Нажмите один, чтобы выбрать призрачный клинок. Нажмите, чтобы выстрелить навскидку. Удерживайте, чтобы целиться, и нажмите на выстрел.
Понятно. Так, сейчас нам нужно выходить отсюда, да? Ща. Вот, призрачный клинок. Приветствую вас. Ну, я выбрал. Сейчас. Вот это... Или тут нельзя выбирать, я опять забыл. Расходные материалы. Боеприпасы, лекарства, отмычка, призрачный клинок. Это все у нас есть, значит, давайте быстренько выходим. На улицу посмотрим, сможем ли там вот это все использовать. Если успеем, пройдем эту миссию, потом еще одну, чтобы как можно быстрее это все пройти, потому что я хочу полностью поглубиться потом. Нет, ну в принципе игра прикольная, да. Если бы еще не лагали, не лагало, было бы вообще замечательное. Но я говорю, было какое-то обновление, может что-то пофиксили, может FPS добавили, фиг его знает, ребята. Плюс к тому, без веб-камеры еще по тому поводу играю, что без веб-камеры тоже не так уж и много лагов. То есть без нее меньше лагов. Ага, значит там мы не можем это принимать. Нужно, в смысле выбирать, нужно выйти. Ладно, бежим куда нам там нужно. Офигеть, как долго. Ладно, бежим туда, ребята. Ща, по пути мы, ребята, еще сюда залезем. Немного пробежались. Залезем, чтобы синхронизировать, чтобы открыть вот эту область. Потому что видно... Нужно, чтобы было все видно, да, куда мы идем, что мы будем делать и все такое. Так. И сейчас еще вот сюда быстренько залезем. Тут, в принципе, недолго залазить. Это такая, ну, небольшая, что это, башня, можно и так сказать. Он сюда быстро залезет. Так, и... Ну, чувак. А, нам не сюда, нам сюда нужно. Вот сюда нам нужно. Во, отлично. И продолжаем, ребята, бежать к точке, где у нас задание. Нужно как можно быстрее вот так передвигаться. Вот эти сохранения долгие просто, из-за них тоже... Не сохранения, а загрузки как бы. Так, куда мы можем прыгнуть? Отлично. Так, побежали дальше, ребята. Туда. Фу, ну бежим, ребята. Сколько тут вот этих фигонь, то есть... Каких фигонь? Ну тут очень долго передвигаться. Уже я не знаю, сколько я бегу по этому городу, чтобы... Ну, по Парижу, да? Чтобы добраться к той точке, где у нас, ну, миссия, да? То есть я даже вроде не могу... Тут нету такой быстрой телепортации или что-то такое, чтобы быстро дойти к той точке. Но сама суть то, что я уже просто очень долго бегу, и вот, наконец-то, уже приблизительно знаю, где вот этот, куда нам бежать, 100 метров, 60. Тут у нас можно как-то пробраться. Во, отлично. Хорошо, что тут вот дома такие открытые есть, да, куда можно прийти, перейти, точнее, пробежать. О, ребята, четвертая глава. Я думал, мы еще где-то на третьей, где-то на пятом воспоминании. Ну, хотя, в принципе, да. Если в каждой главе там по три воспоминания, то... 1791 год. Смотрим, что нам сейчас нужно сделать. Понятно, кого-то убить. Так, ну что. Осмотрите Двор Чудес. Нам вообще туда нужно? Не, в том смысле, что... Что нам тут делать? Сейчас. Так. Сейчас посмотрим, что она там делает, ребята. Если честно, не в курсе. Так, сейчас. Так, ну что, потопали, ребята? Я не знаю, эти стражники нас будут трогать, если... Будут. Я просто не знаю, что нам осмотреть. Ну, понятно, что осмотреть, но... Так, палят потихоньку, палят, я вижу. Ладно, не будем мы их пока что трогать, зачем? Так. Слушай, зараза, отстань ты от меня.
Так, никто, помогите, помогите, убийство. Кто это был? Ладно, давайте заберем. Да твою ж за... Да... Если бы я знал, куда нам идти нужно... Я понимаю, что нужно смотреть, да? Но сама суть, что нам нужно делать? Ща? Да беги ты вот сюда, вот, наконец-то. О, я кого-то слышал? Кто-нибудь держите его! Куда он делся? Так, ребята, сейчас посмотрим. О, может нам сюда залезть? Смотрите. Да не сюда, вот... Да чё ты такой, ну куда ты лезешь, когда нужно в окно, он никак туда не залезет. Хоть десятыми дорогами обходи, он никак туда не залезет. А когда не нужно, сразу туда прыгает. Вот, сейчас. Так, давай наверх. Не в окно, а просто наверх, вот, отлично. Сейчас, может, вот так осмотреть, то есть сделать синхронизацию этой области, ну, как бы, о! А, ну вот это нужно открывать, а мы еще пока что не можем вот это открывать. Так, наверх и вот тут синхронизировать. Отлично. Сейчас посмотрим, что нам тут. Куда нам тут нужно вообще будет, кого убить? Давай, 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 давай. Четвертая глава, ребята. Ну, более-менее, то есть нормально. Четвертая глава это уже нормально. Ага, вот куда нам нужно. Прыгнуть мы как-то можем? Нам туда нужно? Или просто... А, нет, нам не туда нужно, ребята. Нам не туда нужно. А куда нам нужно? Ты хочешь, чтобы я подошел и придавил тебя, болван? Или... Или может сюда вот тут есть какой-то. Да нет, не сюда. Во, отлично. И еще и спрятались. А может нам вот сюда зайти куда-то нужно? В какой-то дом, фиг его знает. Ну, что ты там? Сейчас мы тебя убьем, зараза. И тебя мы тоже сейчас завалим, месье. Так. Я просто не знаю, куда... Во, может сюда? Просто разных вот этих куч всяких проходов есть. Я не знаю, куда нам идти. В том-то и суть. Может в дом какой-то или еще что? На тебе, зараза. А может сюда? Да нет, вряд ли. Фиг его знает, ребята, куда нам идти, честное слово. Обыскать? Нам нужно просто осмотреть. Я это понимаю, но... Что смотреть, где смотреть? Обычно вот так ходить и каждую комнату перебирать, куда можно зайти, куда нет. Это немного глупо, но больше нам ничего не остается. Они так сделали, что это нужно все переверить, ну, пересмотреть. Ладно, ща. Так, вот, ребята, что-то я нашел с помощью вот нашего зрения. Какой-то тут чувак, видите? Сейчас посмотрим, что там. Может, его убить нужно? Вот он где. Подручный короля нищ. Ага. Латуш. Во, наконец-то нашли. Фу. А я бы не стал. Смотрите. Славно, а? Добрые парижане больше подают калекам, чем здоровым.
Сияние мудреная истина дает королю нищих средства воздействовать на работников, приносящих недостаточно денег. Этот вот потерял ногу. Ты можешь броситься туда, поднять шум, и тогда все эти крысы шустро разбегутся по щелям. Или можешь исчезнуть, смешаться с толпой и проследить за ними до логова короля. Ногу ему все равно не вернешь. Вот так. Сделайте ему в больнице прижигание и отправьте обратно на улицу. Давай, поднимайся. Благодарю за совет. Пока рано. Зачем вы мне помогаете? Выслеживать кто нужно вы такой? Будет. О. Я давно наблюдаю за вами, Арно. И считаю священным долгом помогать всем, кто, как и я, жестоко страдал в камерах Бастилии. Кроме того, я так давно мечтал увидеть падение короля нищих. Что до имени? Перед вами Донатьен Альфонс Франсуа, маркиз де Сад. Месье! Навестите меня, когда надоест гоняться за крысами. Такой след не упустишь. След крови, да? Удачи! Или чего? Но нам сейчас выслеживать их 100% нужно. По ночам уже холодно. Ладно, выслеживаем. Во, выследить. Дымоходы? Его милость устроили, когда поселился вниз. Притулишься рядом и спишь, как у Христа за пазухой. Туда нам лучше не идти. А вот лучше вот так. Потому что там стражники и... Упс, он сейчас сюда или нет? Не трогай меня. Назад. Так, сейчас мы тебе... Тогда вот так обойдем. Ага. И куда ты? Также печати со здоровья обездоленных. Ты дождешься, распутник. Да-да, даже раньше, чем... Ну что, ты куда-то будешь идти, чувак? Ага. Ладно, давайте тогда сюда пойдем. Твою... Только не говорите, что она запалила. Нет? Сейчас труп увидит и капут. Твою ж... Че он по кругу-то ходит? Не иди сюда, пожалуйста. Вот ты конченый. Ладно, может не конченый, но так знает по кругу ходить. Следуйте. Ну смотрите, ребята, его и убить нельзя. Его нужно выследить. И он ходит тупо по кругу. Да, я помню его крики, а кричал он долго. И все из-за ошибки в счетах. Вышел. Да, не смотрю я, не смотрю. Только не иди сюда, пожалуйста. Вы шутите? Я думал, он прикарманил пару монет. Нет, пропустил единицу в отчете. Ясно. Тогда живей. Ты сюда случайно не идешь? Да... Твою ж... Во, уже потопал в другое место. Сейчас мы тебя выследим, чувак, куда ты там идешь. Потому что ты уже запарил. Упс. Ну иди ты, иди ты. Куда стоишь на месте, харе? Во, наконец-то. Месье, месье, внутри его живо. Чую, тут что-то не так. Ага. Он мертв, месье. Так бросьте его в канаву и заходите сами.
смерти. Так, еще нам что нужно? Найдите. Нужно его найти. О! Нельзя? Я думал, можно его убить. Дымань при помощи шутки. А, чел. Это какие-то дополнительные задания. Сейчас, ребята, залезем, посмотрим. Нам нужно найдите. Нам нужно найти его. Ну, ладно, я думал убить. Упс. Отлично. Только у нас одна вот эта стрела осталась или что тут такое? Поэтому я даже... О, офигенно застрял в текстурках. Ух, ну зато я хотя бы его вижу. А как туда пробраться, это уже другой разговор. Сейчас как-то попробуем, ребята. Это что такое? Ладно. Как зайти в этот дом? Вот, вижу. Вижу вход. Этого убить сейчас? Что назначено страдальцу на шестой койке? Страшно горел на пожаре, потеряв семью и разрушил. Не-не-не-не-не, я тебя... Знаете, не... не трогаю, ты меня тоже не трогай. Пора капель кислоты. Нифига себе. Вот и мы тут. Как-то быстро мы сюда зашли. Скажи, где король нищих, и останешься жив. В катакомбы! В катакомбах под старой церковью! Латуш, какая изумительная стойкость. Что скажет твой хозяин? Боже, помоги! О, где? Харе, харе! Давайте избавим его от мучений. Нельзя. Нифига себе. Нифига себе вот это убийство было. Сейчас нам нужно выбраться отсюда. Но там куча людей, я вижу, на крыше. Да, в принципе, так и так пофиг, ребята. Нам нужно отсюда выбираться. Видите, и так нас уже запалили, поэтому пофиг. Нам нужно просто отсюда выбраться, то есть. Это такое дело. Как? Все, мы выбрались. Отлично. Воспоминание 1 завершено. Продолжить. Так, куда? Вижу, 74, побежали. Все, мы тут. И вот так. Воспоминание 2. Король мертв. О! Сейчас нам его убить нужно будет. Четвертая глава, ребята, это уже, в принципе, нормально. Мне так кажется, тут главное где-то 10-15. То есть, если не очень торопиться, то Assassin's Creed можно прийти за часов, ну, где-то 10 с чем-то. А если так, по быстрочку, не отвлекаться на побочные задания, не отвлекаться на еще что-то, то можно где-то за часов там 10-11. А может и меньше, фиг его, там, ну, может и больше. Это, смотря как проходить. Ну, не думаю, что больше, чем 15 часов. Это, то есть, 100%. Четвертая глава, это мы уже где-то наиграли часа 3. Убейте короля. Так. А куда нам? А почему тут так тепло? В смысле найдите укрытие? Какое нафиг укрытие? А, возможность для отвлечения. Да просто иначе это... все затянуло бы дымом. Вот нам туда, да, нужно?
их же попросту перебьют. Так, ладно, тогда мы сейчас всех перебьем. Убьем, точнее. Ну, как бы. Да, убьем. Отлично. Полезно. И даже очень. Ага. И что мы сейчас сделали? Они будут их отвлекать или что? Нужно их лутать, ребята, обыскивать, потому что, смотрите, у нас нету, нету стрел для арбалета, он, в принципе, очень такой полезный, но, как я что-то заметил, с них тоже не выпадают стрелы. Ну, с арбалета. Точнее, если мы их лутаем, то с них стрелы не выпадают, я так заметил. Фиг его знает почему. Вылечимся. Этого тоже убьем. Сейчас всех перебьем. Этих за раз нужно перебить. И тебя тоже. Отлично. А тогда, если у нас нету стрел на арбалет... Че? Если у нас нету стрел... Чё-то ты... Если у нас нету, ребята, стрел на арбалет, то почему нам не использовать пистолет? Так, ща. А как его использовать нужно? Ага, на троечку. Понятно. Сейчас нам что делать? Нам... я что-то не очень понимаю, куда нам нужно идти. Нам, по сути дела, нужно... Я не знаю. Нет, это другое задание. Ага, вот туда нам нужно. А как их приманивать? Вот это мне интересно, если честно. А, нифига себе. Вот сюда, да, нам нужно или нет? Или ошибаюсь? Ну хотя, он же сказал в катакомбах. Да, вот, видите? Он же сказал в катакомбах. Так, сейчас мы тебя как-то доубьем. Отлично. Перезарядочка. Так, быстренько мы их лутаем, ребята, и бежим. Я уже более-менее так влился в Assassin's Creed, вот этот. Я уже знаю, что более-менее как тут происходит. И что мне, что мне нравится, уже нету таких лагов, как было. То есть вот это обновление действительно избавило от лагов Assassin's Creed, мне так кажется. Может, иногда есть какие-то провисания, но не такие, как были. Ага. Задача выполнена. Так, так только пробежали и уже тут. Что нам нужно? Найдите короля. Ага, понятно. Значит, топаем туда, ребята. Нам нужно по этим всем туннелям пройти, видите? То есть на карте показывается, куда нам уже нужно идти. Ну, мне так кажется, что нам туда нужно. Упс. Этого убили. Этого убили. Тут убийства такие, знаете, прикольные стали. То есть он такой подходит, убивает, идет дальше, как бы ничего не было, да? И что? Ну зато хотя бы одного убили. А, нет, ну, как бы, одного убили, да? Ага, вот сейчас, отлично. Ну да, застрял, конечно, с рукой так. Ну, да ладно, побежали дальше. Это уже вторая миссия, то есть нормально. Упс. Так, выбежал без палева. Ага, троих убили. Сейчас нам туда, да? Побежали. Милорд! А, все, нашли мы его уже. Господин! Я слышал от надежных
людей, что здесь бродят ассасины, и что вы его мишень, господин. Похоже, червяк осмелел и стал змеей. Черт, конечно, это должно было случиться, но что-то слишком рано. О, да, милорд, у ассасинов везде свои люди. Но теперь у нас есть преимущество, верно? Бери стражу и ищи этого ассасина. Пусть сдохнет. Ну, зато мы уже тут. Как бы его убить так? Но, господин, половина наших людей сейчас куда нам? Нифига себе. Да вы что, прикалываетесь? Нам сейчас вот это все еще оббегать нужно. Держитесь вместе. Ага. Ну зато я вижу, куда нам уже нужно идти. Но все же тут еще дофига вот этого оббегать. Так, отлично. Нифига себе ты дубанул. И еще сейчас тебе, месье. Отлично, всех перебили. Так. И облутаемся. Или нельзя? Во. У нас 5 вот этих патронов нужно еще, то есть максимум же 6 может быть, да? Нет, с них не выпадает вот это. С них не выпадает. Ага. То есть его мы не могли убить. Досадно. Убить призрачным клинком. Сейчас нам куда? Ага. Побежали. Кого там нам убить нужно? Это уже король или это уже другой какой-то? Держать строй, не отступать! Отлично. Сейчас мы посмотрим, где все. Один там. Потопали. Кто нас там палил? Вот там еще один. Но как бы нам туда пробраться, чтобы нас не запалили? А, вот кто нас палит. Нет, 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 забегай! Чувак, ты что-то... Куда бы нам сейчас спрятаться? Вот тот наверху не очень хорошо там стоит, то есть он все сможет просматривать. И еще один вот там. Я не знаю, сможем ли мы его убить. Задержитесь, граждане. Последний ученик Делье принес. Убили. Нифига себе. Отлично, одного убили. Еще одного убили. Все полагаетесь на свои дурацкие скрытые ножички. Ага. И сейчас нам туда, да, нужно? Еще и скрытым получилось, нифига себе. Скрытым убийством. Глаза повсюду, месье. Я предлагаю их знание вашему ордену. Что ценного может знать хозяин трущоб? Как грызутся крысы? Ступайте. Как грызутся крысы? Вот глупец. Придушить бы его. Мой господин был бы счастлив устроить это. Брат. Что ага. С вами? Слишком много шампанского? Север, уходи! Кончено. Делосер мертв, великий магистр. Хорошо. Отлично. Так, давайте покинем область, чтобы уже завершить вот это задание и... И все, то есть... Осталось покинуть. Нет, не только. Нам еще нужно вот это все пробежать, да, я так понял. И еще сейчас вот сюда. То есть, смотрите, ребята, мы прошли. Оу. Нас не остановить!
не надо их убивать, то есть какой смысл, если нам нужно покинуть область? Мы убили самого главного, а эти пускай там, пускай там будут. Так, сейчас, секундочку. Хотя, перезарядить бы, или у нас уже перезаряжено вот это. Так, отлично, сбежать. Чувак, я же нажимал... Ага, вот. И все, мы сбежали. Сейчас посмотрим, завершили ли мы задание. Ничего больше делать нужно ли? Как бы нужно или нет? Сейчас посмотрим. Вроде думаю, что нет. Хотя, сейчас, наверное, он там скажет, что король мертв, да, и... А, вы вовремя. Я собираюсь взойти на трон. На трон? Ага, с этим встретиться. Пока стоит двор чудес, должен быть и король нищих. Место оказалось вакантно, и я занял его. Молниеносно. Тело еще не остыло. Ну, я начал действовать чуть загодя. Когда вы впервые появились во дворе чудес? Это было подло. Ваш враг мертв, так что все честно. Да, наследие у вас что надо. Заметили, да? Что ж, вы довольны? Мертвый это мужчина. Вы обрели покой и прочий вздор. Вздор, это точно. Каждый раз думаю, что я на шаг ближе к истине, но вижу лишь еще один слой грязи. Заговоры, интриги, напряжение нарастает, немножечко скотоложество, распутный священник, и вот вам завязка чудного романа. Меня устроят сведения. Столь юн и уже столь серьезен. Так, хлебнул. Удачи вам. Месье, месье. Ну что, давай, давай уже заканчивай базарить. Уже нужно серию заканчивать. Ты что-то как-то долго, мне кажется. Вы уже видели. Че это? Откуда он у вас? Принес один из моих верных подданных. Знак почтения, скажем так. Любопытная вещь. И похоже, я знаю, какой мастер ее сделал. Таким оружием убили месье де Лассера. Полагаю, вы это уже знаете. Почему молчали? Понимаете ли, наша жизнь зиждется на любознательности. Представьте, что человек сразу узнает все, что его интересует. Он попросту разучится задавать вопросы. Или добьется многого, ведь невежество не тяготит его. В теории... Мастера зовут Франсуа Тома Жермен. Его ловчонка возле рынка. Благодарю. Удачи! Продолжить. Отлично. Вот завершили, ребятам, еще одно задание. Это, я не знаю, завершили ли мы главу, но все же, ребята, давайте на этом закончим. То есть ставьте лайк, если вам нравится Assassin's Creed, ставьте лайк, если вам нравится прохождение. То, в принципе, ребята, на этом давайте закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.